Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас четверг, 14 февраля. И давайте с вами взглянем на график пары евро-доллар. Видим, что весь рост, который у нас был образован во вторник, сменился затем таким же более крупным падением. Обновили мы минимумы этой недели. Переломили мы, ожидал я, что будет выстроена вот в этом диапазоне новая восходящая линия, восходящий канал по европейской валюте, но, к сожалению, ничего этого не произошло. Плохие данные по промышленному производству, которое очень сильно упало в еврозоне, привели к распродаже, а данные по инфляции в США, которые в целом совпали с прогнозами экономистов, помогли американскому доллару вновь возобновить свой рост против евро. На текущий момент, что касается покупок, то сегодня покупателям необходимо, конечно, вернуться выше диапазона сопротивления 12.92. Это позволит вновь рассчитывать на повторную восходящую коррекцию с обновлением максимума 13.29 и выходом за пределы диапазона 13.80. Сегодня, напомню, начинаются у нас торговые переговоры между США и Китаем, и от их результатов может зависеть дальнейшее направление американского доллара. Если переговоры пройдут успешными, в целом формирование ложного пробоя на 12.92 с отскоком от средних скользящих приведет к повторному снижению в район поддержки 12.51 и затем на 12.23, 11.80, я думаю, эти уровни будут вполне достижимые. Если мы идем в первой половине дня, опять же, формируем ложный пробой на поддержке 12.51, это будет хорошим сигналом для покупок европейской валюты, так как в целом коррекция все еще должна быть. Вот этот небольшой рост, это пока ничего не значит. Видим, что средние скользящие все-таки пока торговля ведется ниже, давление будет сохраняться, но в случае повторного выхода и возврата выше средних скользящих, выше диапазона 12.95, можно будет рассчитывать на более мощный восходящий импульс по европейской валюте, но для начала нужно сегодня удержать уровень 12.50 и 12.23, здесь уже покупки евро сразу на отскок. Что касается экономических данных, то сегодня важное внимание привлечет отчет по изменению объема ВВП Германии, объем ВВП по еврозоне, уровень занятости. Если данные кажутся хорошими, то, в принципе, можно рассчитывать на возобновление спроса на европейскую валюту. Но основное движение будет образовано за счет данных по объему розничной торговли в США. Если они окажутся хуже прогнозов экономистов, то спрос на евро также возобновится. И цены производителей в целом могут оказать лишь небольшое влияние на американский доллар. Что касается британского фунта, то здесь мы видим резкий рост, но затем он сменился таким же резким падением, как и по европейской валюте, и вернулись мы к минимуму этой недели. Видим, что мы их удержали, что является хорошим сигналом для покупателей, позволяет выстроить такую нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала, но в целом пробой закрепления выше 28.85, выше середины канала, лишь будет сигналом к покупкам британского фунта уже в расчете на обновление 29.44 к концу недели с выходом на 29.97. В случае формирования ложного пробоя, неудачного закрепления выше 28.85-28.90, можно смотреть продажи фунта и добавлять ниже на пробой уровня 28.37, что открывает такие поддержки, как 27.82 и 27.28. Здесь можно покупать британский фунт сразу на отскок.